такое прозрение к нам пришло, вот то затмение. Вообще. Нам всем это всех коснется, вне зависимости, открывали они эту карту или не открывали. И когда бы не родились, эти затмения произошли. В Скорпионе и в Тельце оно было очень длинным, самым длинным за 500 лет. 520, кажется, но не буду утверждать, но это довольно длинный срок для нас с вами. А предыдущие лунные такие затмения солнечные пришлись на 19-й год. Самые длительные, 18-й, их последствия мы имеем в виде ковида. Это оттуда идет. Так что именно что касается именно для нас, все-таки для лично, что оно в мировом плане ничего хорошего не несет, то я думаю, вы уже догадались по той информации, что я вам сказала. Кстати, предыдущее затмение очень длинное. Оно было видно над нашей территорией, над Северной Европой, естественно, над Россией, европейской частью. Оно принесло дефолт. И еще оно принесло раньше, до того, как было, в 98-м за год. Они так работают. Можно сказать, между тем самым длинным затмением 19-го года и 21-го, если хотите, это коридор, такой длинный, но и в нем случился ковид и мировой кризис, о котором говорят, что он только будет, но он идет. Это понятно, бизнес разорился везде. Он идет вовсю. Вот этот коридор такой, не между двух затмений, а получился длиной в 3 года почти. Такой вот интересный факт, но тем не менее он факт. И на него еще пришлось такое очень зловещее стояние Сатурна с Плутоном вместе в Козероге, вылилось еще в репрессии. Но что же все же для нас это значит? А для нас это значит, что вы получите информацию в ближайшее время, либо как сохранить ваши деньги, ваше имущество, вашу жизнь, ваше здоровье. Вы получите либо из СМИ информацию наткнетесь, либо вам незнакомый человек вот совершенно случайно может рассказать эту историю. Это будет касаться вашего имущества, вашего здоровья, эта информация, или ваших, скажем так, начинаний, и где спастись от катастрофы. Ну, его очень много вообще будете слышать несколько лет о разных катастрофах, природных, экономических. Ну, это понятно. И вот вы будете получать советы. Я бы так не сказала, что это интуиция. Но такая интуиция у немногих будет. Но это будут советы. Вот вы просто будете открывать там интернет и будете слышать, вот, что это место плохое. Или так не очень хорошо поступать. Это приведет к последствиям. Ну, типа того, не лезь под пояс, обязательно собьет рано или поздно. Вы получите этот совет, и это будет вот прозрение. Вы будете получать такую информацию, такого странного рода. Это будут люди, совершенно не заинтересованные в вашей судьбе, как бы посторонние, но вот дадут вам совет, исходя из своей ситуации, или просто вот даже, может, незнакомый человек, вы разговоритесь, через 5 минут вам что-то сказать. Вот не делай этого там или делай, вот там будут проблемы, и имейте в виду, так и случится. Вот такое прозрение.
Это прозрение, ну, такое специфическое прозрение, вы получите совет извне. Ну и плюс еще раз повторяю, это затмение в Скорпионе. Если вы чувствуете какую-то опасность или какую-то финансовую яму, опасность для жизни, опасность для финансов, не делайте этого ни в коем случае. Если вам кажется, что вы можете перебежать дорогу, и несется машина, ваше чутье подсказывает, что-то случится, вы не успеете, то не надо бежать. Я не говорю, что это касается такой ситуации, но это смысл этого. Не делайте этого. Вот первый завет Скорпиона и Тельца – не проиграй, не делай. Они вместе сходятся в одной точке ко Льву, а Лев – это игра. И это негативный угол, который падает. Они делают и игра сейчас очень любая разорительная, любой риск. А игра – это риск. Так вот, любая игра разорительная. Второе, они говорят, что любые планы воплотить очень сложно. Крайне сложно. Их проще поменять, чем воплотить. И говорят, что будет очень много планов рушиться, в том числе экономических у стран. Им придется менять. А при перемене это будет легко. Вы собьете этот угол, эту непреодолимую преграду, выстроите ее по-другому, и события просто не успеют подстроиться. Вот имейте в виду, сколько лет это будет длиться. Ну вот, предыдущее, самое длинное затмение, я вам привела пример. Несколько лет точно. По практике 3 года. Минимум. Мы только подходим к вершине, вернее, к развязке такое, что дальше будет. Вот имейте это в виду.